Шайбу, шайбу. Под сводами арены доносится. Чайка в атаке на дальнюю. Как красиво! И 1-1! Смотрим за повторами этого радостного для Чайки события. Один-один. Вот такой вот у нас задел команда создает в первом пяти на отскок. И добивание немного не получилось. Это еще не все. Еще гол! Максим Федотов! Ох, какую положила! Какую шайбу сейчас положил! Точно в девятину матча. Давайте смотреть. Передача брата. Ох, как зарядил. 2-2. Продолжаем разговор. Тот из-за ворот выбирается. Илья Федотов. Сходу не получается. Дальше накрыли. Бутенко. Бросок добить. Да! Ничего себе! 8 секунд оставалось до конца овертайма, когда хоккеисты Нижегородской Чайки забросили победную шайбу и выиграли в первом матче серии против Нефтяника 1-0. Чайка повела, ликует стадион. На трибунах, друзья, все эти победы возможны только благодаря вам. До встречи, дорогие друзья. Приобретайте билеты, приходите на матч. Будет